Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра Trailmakers, и мы продолжаем ее изучать, смотреть и вообще как бы знакомиться с игрой, так что, ребят, продолжим. Что я в предыдущей серии сделал, вы, наверное, знаете. Я построил вот этот вот автомобиль, погонял по карте, но сегодня мы продолжим изучать карту, потому что здесь есть такие, знаете, нюансики. Есть скрытые блоки, которые нужно, так скажем, раскрыть. Вот здесь вот в данном случае нужно было провести мячик вот из этого круга, ну, вот сюда, просто его протолкать, и мне дали вот такую вот штуковину. Это вот здесь вот в бонусах, и вот. Ну, это типа лестница, что ли, да, как бы, да, то есть видно. Давайте ее вот так вот развернем. Вот, то есть ее типа можно вот так вот поставить, к примеру, и будет у нас лестница на машинке. Видите, да? Ну, не знаю, зачем это нужно, но ладно, окей. Так, давайте поедем дальше, потому что на самом деле вот даже вот отсюда вроде бы видно на той стороне. Ну, в общем, на той стороне точно есть такой же мячик, и то есть как-то можно выполнить задание там и получить какой-то блок. Это уже хорошо. И помнится мне, что где-то еще здесь я видел подобную штуковину. Сейчас мы это найдем. Сейчас найдем. Так, давайте сразу сохранимся. Если я здесь буду падать, ну, чтобы, типа, я здесь сразу падал. Так. А вот куда мне отправиться? Вот туда вот? А давайте и туда отправлюсь. Интересненько же. Хотя здесь еще есть такая вот труба. Жалко, знаете, типа, с вами посоветоваться нельзя прям в прямом эфире. Прям хоть стрим проводи, что ли. Не знаю, ставь лайк или пиши комментарий по поводу стрима Trailmakers. Давайте сюда сгоняем. Тут вот что-то по-английски написано, но 31 января. Это я единственное понял. Ну-ка. Так. О, перевернулись. Ну-ка, скрытые места. Очень интересно, на самом деле, скрытые места. Нет. Вот, разворачивайся. Нормально. Вытянули на тяге реактивной. Тяга реактивная, это круто. Так, я вижу прыжки. У нас есть здесь трамплины. Непонятная вот эта вот штука. Не знаю, балка какая-то. Так, давайте по трамплинам. Спокойненько. По трамплинам попрыгаем. Как вы думаете? Наверное, да. Ничего страшного. О, господи. Я вообще не представляю, какая тут нужна подвеска. А может быть, не подвеску нужно, а просто большие колеса? Так, ребятки, большие колеса установлены. Я не знаю вообще управляемость этих колес. Я, типа, не играл с ними ни разу. Но слышно, что поскрипывает подвесочка. И тяжело. Во, он... Прикольно. Он подпрыгивает так, ну так... Скачет на этих колесах, но управляемость вообще практически никакая становится. Ну-ка, давайте вот так вот. Сейчас мы камеру развернем. Мне тупо не хватает тяги. Зато, смотрите, я упал с такого вот... С такой высоты и не разбился, ребят. Так что довольно-таки прикольно. Давайте вернемся обратно и скоро вернусь. Так, ребят, попытка номер два. Я добавил мощности, я добавил два ускорителя дополнительных и три двигателя. Так, ну что ж, погнали! Черт! Добавил еще мощности, больше мощности. Да! Отлично, ребят, отлично, запрыгнули. Я надеюсь, это все... Что? Зачем я это делал вообще? Я сюда так сильно рвался. Для чего, непонятно. Я знаю, почему я взорвался, на самом деле. Потому что я сделал, как сказать, очень неправильную вещь. Я поставил двигатели снизу. Ну, типа, знаете, чтобы передок у меня приподнимало, а не опускал. То есть,
Потому что большие двигатели сбоку стоят. Короче, их нужно как-то сбоку, наверное, поставить. Да, давайте опять перестраивать. Вот как-нибудь так вот, думаю. Вот так вот нормально. Они посередине. Не знаю, зачем эта балка. Так, вот там какой-то обелиск, посмотрите. Ага, понятно. 31 января. Так, ну, давайте еще какие-нибудь штуковины хочу найти. Так, спокойно. Выживаемость машины, кстати, в разы повысилась. Так, это начальное. Начальное место. И тут вообще, по-моему, ничего нету. Вот это я сейчас расстроен. Серьезно, а зачем сюда вообще тогда нужно было ехать? Там вниз можно. Ну-ка, давайте туда съездим. Нормально. Выжили колеса. Шикарненько. Шикарненько. Бигфут не подводит. Тут реальный тупик. Ну нет, хотя вот сюда вот куда-то можно. Но, скорее всего, это тоже так. От нефиг делать. Угу. Так, ребят, значит, едем в эту трубу, по-любому. Все, труба должна нас выручить каким-нибудь контентом, какими-нибудь новыми блоками. Здесь у нас травяной, так скажем, биом, да? Меня даже заносит. Вон я вижу кружочек. На той стороне. Чего? И как я должен туда попасть? Ладно, давайте посмотрим сначала. Заносит прям жопу. Так, во-первых, да, сохранимся. Вот чё, вот это нужно сделать. Так. Так, непонятная штука опять. Что-то. Так, опять непонятная штука. Наверное, может быть, здесь что-то еще не добавлено. Кто знает. Ладно, давайте посмотрим. Вот, вот тут вот. А, это грязевой биом. То есть, видите, здесь представлены тоже все биомы. И это грязевой биом. В чем фишка? Да в том, что на нем прям заносит, прям дрифт можно устраивать. Прям, господи. Ай. Не управляется машина практически совершенно. Но я боюсь, что здесь тоже ничего нету. Колесо отвалилось. Ну ладно. Это не проблема, на самом деле. Слава богу, починка не требует никаких ресурсов. Так. Опять ничего нет. Ну, наверное, мы на тот остров сейчас будем пытаться перепрыгнуть, потому что, ну, что-то как-то несерьезно. Это тут так не глубоко. Да, смотрите. Машина все равно у меня тяжелая. Эти колеса, конечно, не дает возможности плыть, так скажем. Двигатели не работают, реактивные. Так. Давайте на тот остров попытаемся, ну, не переплыть, но точно перепрыгнуть. Хотя, ребятки, я нашел место, в котором нам, похоже, придется позапариться. Это как я должен... Так, это... Чего это? Может быть, как-то пушкой какой-нибудь сбить? Как думаете? Ну-ка, давайте посмотрим. У нас же есть разные пушки. То есть, стрелковое оружие. Допустим, у нас есть вот такая вот пушечка. Давайте ее поставим, посмотрим, как она вообще функционирует. Ну, она просто... Похоже, управлять ей нельзя. То есть, она просто... Да, она просто стреляет. То есть, видите... Притом, опять же, на пробел только, но мы можем же переставить, да, то есть кнопочку стрельбы, допустим, поставить так. И тут вот, ну, не знаю, мышку нельзя поставить, тогда мы, не знаю, V поставим, вот так вот. Так. И теперь, да, то есть на пробел, все нормально. Так, как сбить? Давайте просто построим палочку и собьем. Так, ребят, так. Сейчас, секундочку, вот. Чего? Она не сбивает? Это же нечестно. Так, окей. Давайте попробуем. Может быть, мощности мало? Как думаете? Поставим большую пушку.
Угу, понятно, мощности мало. Нет, нифига подобного. Все нормально ему, просто... Просто он... Какашка, короче. Могли бы уж... Какой-то эффект от пушки, что был. А то так совершенно нечестно. И... Так. О, господи, какой хренью я занимаюсь. Ну, ничего, ничего, ничего. Надежда на хороший блок. Теперь нужно... Как же кренит машину, конечно. Физика здесь присутствует, и это хорошо. Вот. Чего? Бонет, что? Это типа бампер, похоже, да, какой-то? То есть, посмотрите, вот. То есть, видите, трубки торчат, да? То есть, радиаторная решетка как будто... То есть, видите, скобы такие. То есть, его типа... Так, сейчас мы его давайте вот так вот развернем. Вот так вот ставить. Ну, как бы. На двигателе. Закрывать. Мне кажется, да. Ну, в принципе, почему бы нет? То есть, если хочется сделать полный транспорт с такими, ну, как бы... Покрытый полностью всякими блоками, так декорированный, да, они он провалились, не потому что зацеплены не были ни за что, то в принципе очень подходит вещичка. Ладно, бампер у нас есть. Какие-то такие эксклюзивные блоки, что ли, получается, или что, непонятно. Давайте посмотрим дальше. Вот на ту сторону, да, перепрыгнуть. Хочется, хочется. Так, наверное, сначала давайте. Возможно, как-то вот по этой штуковине можно пробраться. Типа. Построить какой-нибудь крюк, да? А, кстати, давайте просто ради забавы попробуем это сделать. Вот где-нибудь вот здесь вот прям. Попробуем это сейчас сделать. Так, ну... А, то есть здесь нельзя строиться, да? Ладно, окей, давайте попробуем по-другому. Вот так вот можно? Вот, вот так вот можно, окей. Но я не смогу построить, чтобы его так зацепить. Да. Это что, это надо какой-то механизм строить, что ли? Да. Давайте старым дедовским способом лучше сначала попробуем. Просто перепрыгнуть нафиг. На скорости просто. На бешеный. Ну-ка, я вот тут вот увидел какой-то камушек. Такой типа трамплинчика. Вот, вот здесь вот, вот так вот. Вот так вот если. Нам же что? Нам же просто до туда вот долететь. Мы вообще человеком можем долететь. Но на машинке-то... Подручнее. Короче, все нормально, парни. Здесь есть пираньи, которые не наносят пока никакого урона, к сожалению. Но, как бы, факт этих пираний есть. Так, машинку мы быстренько восстанавливаем. Пока что нету по этому поводу запар никаких. Потому что это режим песочницы все-таки. Так, здрасте. Здрасте, здрасте. Так, вот так вот еще. Отличненько. Кстати, вон там в начало возвращаемся. Ну, блин, ну, ладно. Сегодня мы просто смотрим блоки, поэтому давайте такую же палочку сделаем сейчас и сбросим этот, так скажем, мячик, что ли. Так, ребятки, готово. Механизм просто технологии, ребятки. Ну, давай. Давай, давай, давай. Оп, оп, все. Самое главное, мы его что? Мы его скинули. Все. А остальное время... остальное дело уже за малым. Просто дотолкать. Но хочется получить все эти блоки. Они, похоже, будут исключительно декоративные. Но... Все же. Давай-ка. И здесь смотрите, что. Выхлопные трубы. Вот этого круто. То есть можно тачки реально делать такие, знаете, прям, ну... Прям вот на стиле, короче. То есть у нас есть теперь вот такие вот выхлопные трубы. О, у них еще и... Вот за это респект разработчикам. У них, то есть, еще и дым идет. Офигеть. Просто офигеть. Нет, серьезно. Ребят, я много симуляторов всяческих играл, где надо машины строить или что-то подобное. И вот таких вещей как раз-таки не хватает. Именно выхлопных труб, которые типа как будто уже и работают. То есть... Ой, о, господи, как же... Так, понятно, ребят. FPS вообще жестко просел из-за этих труб.
прям нереально просел. Поэтому, ладно, будем ждать, когда их доработают. Либо какую-то настройку нужно отключить, чтобы, ну, вот этот дым, так сказать, его было намного меньше. Во-во-во-во-во. Круто, хотел сказать. Круто, что теперь можно управлять транспортом в воздухе. Давайте найдем другой такой кружочек с мячиком. Ребят, я не знаю, что это, но... Посмотрите. Я не помню, я в предыдущий раз находил такое или не находил. Вот здесь вот есть регистр. Ага. Вау, вау. Так, ладно, здесь можно так туда и туда. Вот еще можно... Так, стоп. Стоп. Смотрите здесь, как, короче, можно на ту сторону переехать. Или, скорее всего, обратно. Видите как? Давайте попробуем. Мне интересно, я думаю, вам тоже интересно. Ну, ладно. Конечно, не так все задумывалось, но примерно. Мне как бы, ладно, мне еще до идеального управления далеко, да, так скажем, до создания гипер-супер-пупер автомобилей тоже далеко, так что такое. Так, давайте. Опа, я вижу, кстати, внизу мячик. Отлично. Но мне интересно вот эта штука там, но явно скул, вон череп нарисован. Может быть, это декор черепа. Давайте попробуем проехать просто по этим двум балочкам и забрать награду. Прям вообще на холостых иду. Да, это череп, ребят. Тоже, похоже, декор. Его можно, наверное, куда-то установить. Но мы сначала давайте... Обратно. Да почему же так-то? Черт. Нет, не падай. Нет, не хочу. О, господи, фу. Слава богу. Прям вообще неохота было падать. Потому что это нужно было обратно перебраться. Кстати, я забыл одну вещь сделать, чтобы мне было легче. Так. Так, и... Сохранить. Во. То есть сразу. Так, давайте вниз едем и посмотрим, что это. Ага. Тут вообще вот так вот съезжают нормальные люди. О, господи, колесо. Господи. Что творится? Так, аккуратненько. Не, ну можно, конечно. Вот так вот как-нибудь. То есть, ну вы понимаете, да, можно это делать просто красиво. Так, череп, я же череп хотел установить. Ну-ка. И теперь так, и череп мы можем установить вот сюда вот. А, он маленький, оказывается. Я-то думал, он немножечко побольше будет. Ну ладно, хотя бы такой. Я-то думал, он такой, знаете, на 4 блока. А он всего лишь на 1. Так. Угу. Это чё? Ага. Понятно. Это, короче, типа нас подкидывает решеточка. Угу. Так, давайте, знаете, чего? Чего? Так, во-первых, машину призовем. Так. И попробуем забрать вот этот мячик. Это уже посложнее будет. Тут его просто нужно протолкать наверх, конечно. Это просто... дело времени и замучиться можно, конечно. Так. Ну нет, ты уже не туда едешь. Катишься. Так, давай-ка мы тебя сначала... Ой, ребят, я замучаюсь, чувствуется. Я прям чувствую, как я уже страдаю. Невероятно страдаю. Он просто все. О боже. Так, ну-ка. Он сейчас же, понимаете, в чем фишка? Он же сейчас будет
скатываться постоянно. То есть он с горки с этой будет скатываться. То есть мне его надо как-то так... Нет, не трогай ты его. Мне как-то надо так встать транспортом, что ты не можешь заехать на такой бордюрчик. Огромные такие колеса не могут заехать на такой... Мне как-то вот... Мне вот как-то вот так вот нужно встать, да, и ровненько подцепить. Ты серьезно? О боже, это будет очень потно, ребят. Я сразу говорю, это будет невероятно потно. Прям до безумия потно. Так, давайте я, короче, попробую за кадром это сделать, да, чтобы вас не мучить. И вы уже увидите результат. Так, ребят, я решил не мучиться, ну и соорудить клешни. Здесь же есть поршни, так почему же это не попробовать сделать? Ну-ка. Оп, да не-не-не-не-не-не, хорош. Ага. Так. Так, понял. Ну-ка, быстренько давайте доделаем момент. Так, нам нужно вот здесь вот сделать вот такой вот, типа бордюрчика. Так, вот так вот, да? Вот здесь вот сделать такую же вещь. Здесь. Хотя это будет все равно сложно, он будет все равно выпрыгивать, наверное, и мне все равно придется мучиться. То есть, четко же не получится, он будет, конечно же. Давайте. По-моему, вот это да, это максимальное раздвижение. Машина, видите, подергивается из-за того, что передняя часть очень тяжелая. Так что... А, он подергивается. Понял я, из-за чего он подергивается. То есть, видите, я не могу нормально. Вот как-то нужно... Мощность еще поутихомирить, блин. Ну вот так вот, вот о чем я говорю. Вот, то есть мне не нужно же его прям, ну как сказать, нести, да? Мне его всего лишь нужно придерживать. Идеально. Идеально, просто идеально. Офигеть. Краби-краби, просто. Мне нравится еще такой звук прикольный. На этом я, наверное, уже буду заканчивать. Здесь что-то, какая-то штучка. Это типа багажник, что ли, какого-то. Ну-ка, давайте заценим. Построил краба, блин. Да, это какой-то люк или что это такое непонятное. Ну-ка. Ладно, давайте еще одну присоединим. Она, та не прицепилась. Так, и... Вот так вот. Что это такое? Вот что это такое? А самое главное, зачем оно, да? Ну, просто для визуализации, так скажем, дополнительный декорчик. Это круто. Это в любом случае круто. Чем больше декора в таких играх, тем круче. Потому что, ну, тогда, как бы это сказать правильно, полет фантазии, он становится разнообразнее. Это всегда будет прикольно. На этом я уже буду заканчивать. Спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно поставьте лайк, чтобы продолжались эти видосики. Ну и пишите свои комментарии, свои варианты построек. Я ко всем прислушиваюсь. И обязательно будут катамараны, вертолеты, самолеты. Еще больше бигфуты, драгстеры. Мы будем тестить максимальную скорость. Все это будет. Просто хочется, как бы это сказать, посмотреть все возможности карты, чтобы знать, где то или иное можно было бы тестить. Всем всего, удачи и пока!